Hola, amigos, и вечер добрый, с вами Квантум, или же 7 футов под Кильмаряк. Сегодня мы играем в мир кораблей Легенды. Это версия World of Warships, сделанная с нуля специально для консолей. В нее можно играть как на PlayStation, так и на Xbox. Причем владельцы обоих консолей могут встречаться в одном бою. Сегодня мы посмотрим на игру, тем более разработчики прислушивались к мнениям игроков, чтобы сделать игру лучше. Сейчас мы все это и проверим, играя на PlayStation 4, и отправляемся в первый бой. Ну что, добро пожаловать в бой. Это острова, и наша цель — захватить вражескую базу или уничтожить весь вражеский отряд, состоящих из судов, кораблей, плавучек и всего остального. Значит, смотри, я разобрался, как в это играть, я разобрался с орудием, и теперь, я думаю, возможно, мы даже сможем победить и даже кого-нибудь убить. Посмотрим, как это выглядит, как это играется, и я готов отправляться в бой. Самый полный вперед, начинаем. Кстати, можем приблизить, посмотреть на палубу. Видишь, она кажется такая прикольная. Орудия главного калибра. Что у нас с ними? У нас их не так много, но лучше, когда мы вступаем в схватку, вступаем в бой, лучше становиться бачком. Захватить точку. Смотри, врагов я пока не наблюдаю. Это хорошо, но дальность. Что у меня по дальности? Могу я бить на расстояние 8,5 километров? Опа! Как я говорил, стоп-машина. Давай, полный назад. Просто самый полный назад. Я помогу тебе, братик. Надеюсь, это не в меня полетело. Ой, хорошо. Ой, хорошо попал в него. Смотри, он мансит, гад такой. Еще попал. Ой, сейчас ему лицо поломаем. Я ему там все лицо ломают, кому не лень, я вижу. Хорошо. Давай, давай, еще огонь. Огонь. Так, меня лицо ломают теперь. Это плохо. А кто мне лицо-то ломает? Так, я понял, кто ломает лицо мне. Самый полный вперед. Ну, он, короче, все, он тонет, он горит, ему там по кайфу. Я не хочу погибнуть самым первым, я ухожу отсюда. Давай, еще разочек. Смотри, нифига себе он выворачивает. Давай, еще разок, бахнем по нему. Еще разок. Давай, 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 добьем его. Уничтожен, потопил. Первый фраг пошел. First Blood. Хорош, красавчик. И тебе, братан, я по лицу надаю. Что? Что случилось? Я на мель сел? Блин, меня корабль испортили. Ну, короче, мне жопа. Тупо зацени, мне жопа. Тут, короче, вся вражеская команда сюда вышла. Палатки устранены. Самый полный вперед, если устранены, давай уходим отсюда. Пока. Ну, мне жопа. Можно дымовую завесу кто-нибудь? Да мне штурвал рулевое сломали. А, у меня там по ХП, все. Мне жить не осталось. Не совсем нифига. Он что, на мель сел? Он на мель сел. Я сейчас туда же сяду. Где у меня мель? Тут остров. Я захожу в бухту чью-то. Самый полный назад. Ай, блин. Ну, зато хотя бы меня не покромсают сейчас. Че, заныкаться за островом братана решил? Плохая идея. Я тебя там достану. Ха, я говорил, достану тебя. За островом не заныкаешься. Иди сюда, огонь. Не попал? Его уничтожили. Что это за изюминка? За островом ходит? Я понял, брат тебя. Нет, нет смысла по тебе бахать. В принципе, 8 километров. Надо поближе подойти. Полный вперед, спасибо. О, пристрелялся, хорошо. Давай потихонечку его разберем. Он уходит, гад. Неплохо я ему пихнул. Так, он разворачивается. Козьёлё. Куда я вообще иду? Так, я иду нормально. Мне главное, чтобы лицо не поломали со стороны. Он, кстати, он на моего пацана пычет. Надо еще на упреждение взять. Давай, давай, давай. Одного забрали, этого заберем. Блин, он опять... Смотри, как он мансит. Грамотно играет, как капец. Ай, блин, я еще не так пальнул. Так, мои выстрелы ему до жопы, просто дверца до жопы. Ему пофигу, короче, на то, что я стреляю. Давай бачком возьмем и со всех орудий просто будем бахать. А то что, мы не пацаны, что ли? Пацаны, конечно. Потоплен! Вражеский крейсер уничтожен. Сейчас я к нему отправлюсь, походу. Вот, зацени. Он сейчас бахнет, один выстрел в меня, и мне жопа. Как я некрасиво вышел.
Пацаны, уберите его кто-нибудь, заберите его. Ну все, это по мне уже стреляют. Три вражеских судна осталось. И он вообще не ломается, посмотри, ему пофигу, он мощный. Это линкор эсминец, кто ты такой? Так, я плохо встал, нужно немножко развернуться. Вот так вот выворачиваем, чтобы из орудий всех калибров мочить, по нему стрелять. Какая нервозная игра на самом деле. Прям запотеть здесь можно. Давай еще разочек. Из четырех пушек. Ну все, ему жопа. Ему тупо жопа. Смотри, засекай. Это его, короче, дебют. Нет, еще жив. Он в дыма уходит. А вот сейчас ему жопа. Сейчас он никуда не уйдет. Да ты че живешь-то? Ладно. Нифига он разогнался. Да куда ты жив-то еще? Алло! Охренеть, он жив! Сейчас выйдет из-за острова. Тренды мне даст. Но я готов. Врагу не сдается наш гордый варяг. Где он? Страшновато на самом деле, потому что... Да, его все-таки... А где его остров тогда? Если его убрали, куда он делся? Падла, 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 падла! Один залп, у меня жопа! Заряжай, заряжай! Я заберу его с собой. Он не умер! Огонь! На, третий! Крейсер врага потоплен. Последний был, я его забрал, троих я разобрал. Офигеть, что я делаю. И что я первый бой против игроков, а то я против и несколько раз играл. О, да. Статистика, боевая эффективность на 29 тысяч урона нанесено. Уничтожил 3, поджег 2. Вывел из строя 2, попал, X-73, вот это красиво было. Красиво, теперь возьмем корабль посерьезней. Следующий бой, мы играем также против врагов. Я взял Калька, ой, соседи, какая красивая карта, какая красивая гавань. Калек, это у меня судно, Николай называется. Там много очень пушек, они все главные, там калибр такой, что просто мощь. Я хочу показать. Где тут шильдик? Есть шильдик? Можно мне показать? Я не могу увидеть шильдик. Отправляемся в бой, самый полный вперед, захватываем точку. Снова у нас архипелаг островной. Сейчас все будет красиво. Работаем по той же самой стратегии. Видим врага, заходим бочком, правым, левым. И из всех орудий главного калибра открываем огонь. Стоять на месте, конечно, стоп-машину делать это глупо, потому что мы на прицеле у всех абсолютно. Вот как делали враги, мансили вправо-влево. Это было очень красиво. Я прям... Ой, как они долго разворачиваются. Я думаю, что стрелять мы будем, наверное, только с правого борта, судя по всему. Потому что посмотри. На самом деле-то калибр-то не кислый. Давай сбавим ход, потому что в момент выныривания из-за этого острова мы можем не сконтролировать ситуацию, нам поломают лицо. 15 километров. Максимальная дистанция стрельбы 14,5 километров. Мы не вывозим. Давай, самый полный вперед. А ты, Дюк, ты молодец. Дышь, 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 дышь по Дюку. Посмотрим, есть попадание, будет сейчас или нет. Куда оно, блин, исчезло-то? Позасветись. Молодец. Попал в Дюка. Хорош, Николай. Я знал, что ты красава, Николай. Лучший. Ты кто? Ты кто, брат? Ты кто такой? Ты что здесь забыл? Почему ты такой маленький? Стоп, машина. Братская жопа, тебе жопа. Ты такой маленький, что тебе реально тренда. Давай, бахнем просто по приколу. Может, он там до сих пор будет. Не, не попал. Давай, вот эту Таману бомбить будем. О, Айрон там. Вот я говорю, что сюда все придут. Тамана, выходи из-за острова. А Дюк где? Ага, я понял. Дюк стоит на приколе. Угорай, Дюк. Да мне пофигу, я опять даже не почувствовал. Давай лучше с Аманой разберемся для начала. Давай, Амана, выходи. Еман, просто в тебя полетело, брат. После такого не живут. Еман, у меня полетело. Крейсер в минус. Одного забрал, у нас одного забрали. Так, ну смотри, у меня судно очень жирное, поэтому нужно не танковать, чтобы сохранить себе жизнь и выиграть. Ой-ой-ой-ой-ой, вот это хороший чувак. Это очень хороший чувак. Огонь, огонь, заряжайся, секунду, пошел. Контакт, теперь самый полный вперед. Он затормозил. Как же он непредсказуемо играет, офигеть. Где? Мне жопа, мне жопа.
Мне жопа! Не долетела. Торпеда ваша не долетела, лох ваша торпеда. А мана на мана все? Это хорошо, что на мана все. Потому что на мана будет недолго. Еман, у тебя скорость. Офигеть же ты быстроходный. Там еще остров сейчас будет. Нет, а его убили, хорош. Здрасте, а я вас искал. Вайоминг? Жесть. Вот это прям парень такой веселый. Вайоминг, он сейчас прям всех может снести. А что за тузы, блин, в рукаве пошли? Тут даже я против... О, торпеды попали в него, походу. То есть попаду ему жопа. Я не попал в него, но мы выиграли. Во, бой окончен. Слушай, это, блин, было круто на самом деле. Мне понравилось. Одного потопил, попал 8 раз, попал в цитадель. Цитадель это, походу, Iron Duke был. В него я попал, он там самый такой жирный был. Ну что же, на этом все. Это был мир кораблей легенды. Игра лично мне понравилась, довольно динамичная. Кстати, ко всему же игра еще и бесплатная. И небольшие бонусы. Разработчики подогнали специальный код, по которому дается 8 дней премиум аккаунта и огромная куча бустеров. И в комментариях не забудь написать, как тебе игра, как динамика понравилась. Пиши все под видео, я прочитаю. С вами был Квантум, напоминаю, что ссылки на игру в описании. До скорых встреч.